И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем играть в игру под названием Take on Mars, коснись Марса. Давно не было прохождений у меня по этой игре. Всем, кому интересно, можете посмотреть предыдущие видео прохождения Take on Mars. Все ссылочки в описании под видео. Ну что же, если ты смотрел наши прошлые видео, наше прошлое путешествие по Марсу, сейчас мы выйдем на поверхность, и дальше я вас немножко проинструктирую, расскажу, что было, что мы делали. Так, конечно же, нужно одевать нам скафандр. Берем мы вот такой вот чудо-инструмент и выходим на поверхность. Да, кстати, у нас там сейчас высокая солнечная активность. Можешь обратить, справа у меня знак, радиационный значок висит. Я немножко облучился, а все из-за того, что я пытался достроить... Ой-ой-ой, вот слышал, да, счетчик Гейгера зашкаливает. Сейчас, подождите, буквально 3 секунды, я больше не хочу хапнуть дозу радиации, чтобы умереть от нее. Так, следующая у нас солнечная вспышка через 30 минут. Прекрасно, мне этого хватит. А облучение я хапнул, по-моему, 1 зиверт или микрозиверт, не помню. А, надо смотреть, короче, мне... Там есть у меня чудо-прибор, который измеряет все состояние мое. В общем... Короче говоря, много тавтологии, хапнул я радиации, все, потому что я достроил все-таки 3D принтер наш. Сейчас, короче, выходим на поверхность, и далее мы включаемся. Поверхность Марса встречает нас с распростертыми объятиями, можно практически сказать так. Так, солнечные батареи... По-моему, они немножко запылились, и сейчас мы быстро проведем их очистку. Кстати, у меня здесь был такой небольшой нюансик. Почему-то у меня, короче говоря, они не заряжались, и мне катастрофически не хватало электричества для малого 3D принтера. Я пытался допечатать последние вот эти стены среднего 3D принтера с горем пополам, скажем так. Буквально оставалось каких-то 5 деталей. Ох, как же долго я их достраивал. Это просто ужасно. Так, короче, кстати, сразу скажу, ребята, для тех, кому интересно Take on Mars в дальнейшем, я сейчас вкратце покажу вам, из чего состоит средний 3D принтер, то есть из чего его собирать. Давайте визуально я вам покажу. То есть вот такие две платформы на выход. Четыре, то есть платформы типа фундамента. То есть по бокам с каждой стороны у нас по 4 экрана. Вот такие панели тоже с экранами. С правой стороны лучше желательно располагать, конечно же, вот такие вот... штуковина, не знаю, для погружения в них контейнеров, чтобы производить что-то из полезных ископаемых, какие-то разные детали. И вот здесь, конечно же, нам нужны розетки. То есть это у нас с левой стороны. И в дальнейшем, конечно же, мы сюда представляем наш компьютер. И все, наш 3D принтер готов. Здесь мы уже можем более какие-то большие детали делать. Ну ладно, этим мы займемся немножко позже. Так, ну в первую очередь, наверное, что у нас по материалам. Сейчас мы из малого 3D принтера перенесем остатки полезных ископаемых. У нас здесь силикон есть, силий оксид. Достаточно очень всего этого много. Можно, в принципе, наверное, пока это все откинуть. И вот этот 3D принтер просто отсюда оттащить. Он нам не нужен, он занимает нам нужное место. Здесь тоже у меня различные лежат колбы. Там, конечно, какие-то есть остатки полезных ископаемых. Железо, алюминий. По-моему, там алюминий оксид, еще что-то. Так, сейчас я, короче говоря, вот этот 3D принтер
уношу отсюда. Сейчас мы его вынем. И куда-нибудь просто подальше, чтобы он нам не мешался. Так, 3D принтер, короче, я оттараканил. Заметил, да, что у меня разбит гермошлем. Я случайно ударился, короче, проходя через нашу ракету. Ударился гермошлемом здесь об какой-то... Не знаю, вот здесь вот, по-моему, фонари какие-то или еще что-то такое. И чуть было, мой гермошлем не треснул, и я мог бы, конечно, погибнуть. Ударился я бы чуть сильнее, пробежал бы, вернее, чуть сильнее, и все, мне просто был бы каюк. Так, ну что же, как обещал я в прошлой серии, чем мы сегодня с вами займемся? А займемся именно тем, что... Посмотри, есть у нас вот здесь такая установка интересная, с помощью которой мы можем... Реакторная установка, да, или как она правильно называется, я не знаю, как ее назвать, с помощью которой мы можем какие-то материалы переводить в нужные другие. Допустим, мы можем оксид железа перевести в железо, в кислород, или вот, допустим, у нас есть добытчик марсианского грунта, вот он, добытчик марсианского грунта. Я, кстати, уже добыл там... Практически заполнил еще одну колбу, две колбы практически готовы, можно сказать. Из марсианского грунта мы можем сейчас с вами, знаете, что сделать, что нам необходимо. Так, давай посмотрим. Split Mars Rock. То есть 5 элементов марсианского грунта нам дают 2 силы оксида, 2 железо оксида и алюминий оксид. Ну а в дальнейшем, конечно, мы все это можем с вами переводить, допустим, iron оксид мы можем перевести в железо и в кислород. Я не помню, по-моему, кислород у меня есть, у меня достаточно кислорода на ракете. Без одной колбы, мне интересно, это будет работать или нет. Короче, сейчас давайте просто мы... Берем вот эту незаполненную колбу с марсианским грунтом. И сейчас пока... Так, стой, стоять. Мы сейчас все-таки заполним ее до конца, подключим наш добытчик марсианского грунта. Пускай максимально заполняется колба марсианским грунтом, а уже потом тогда мы подключим эту установку. И будем производить какие-то первые материалы. Так, подожди. У меня здесь огромный беспорядок. Силикон. Здесь у меня силикон. Надо его, наверное, в сторонку откинуть. Здесь у нас что такое? Да, кстати... Так, алюминий. Если ты заметил, то на Марсе у нас началась песчаная буря. Поэтому работать немножко сложнее. Так... Силиоксид. Так, подожди, а что мы можем... А, нет, сейчас я не могу подключить установку. Хотя, подожди, я могу подключить эту установку отдельно. У меня же есть еще один, по-моему, провод. Так, забираем. Можно как-то вот эту фиговину взять и откинуть сюда. Так, забираем последний провод. И сейчас... Ох, как шумно! Можно так не шуметь. Так, красный к зеленому, зеленый к красному. Здесь у нас что? Подожди, брось его. Брось его. Зеленый. Зеленый провод подключаем к красному. Замечательно. Ну и почему он у нас... Все, подключили. А теперь берем красный провод и подключаем его к нашему тройничку. К нашему раздатчику электричества. Так, все прекрасно, все работает. Что я хотел посмотреть? Так, Mars Rock 1. Силиоксид. Ага, то есть у меня есть незаполненная колба силиоксида. В принципе, это очень хорошо. Нет, брось. Стой, здесь у нас что... Силикон, да, да, чтоб тебя. Подожди, у меня где-то был это алюминий. А вот это, наверное, силиоксид. Вот он, силиоксид. Отлично, наполовину заполненная колба.
Можно, в принципе, ее вставить сюда. Такс. Сюда мы вставляем еще одну колбу с марсианским грунтом. Так, подожди. Айрон-оксид, алюминий-оксид. Нужны две пустые колбы, пока у меня... так. Добытчик работает. Две пустые колбы. Я, кстати, из-за контейнеров, которые нам послали с земли, так, по-моему, и не забрал половину пустых колб. Ну ладно, это в следующий раз мы съездим за ними. Они пока не столь важны нам. Так, здесь железо. Железо пока нам не нужно. А вот пустые колбы в самый раз. Да, действительно, стоп, стоять. И теперь можно посмотреть, что мы можем сделать. Так, здесь у нас какие-то колбы там полупустые, с чем-то, не помню. Так, давай посмотрим. Лист реакции. Так, подключаем и... Ага, хорошо. Давайте дождемся, когда у нас последние остатки грунта. Сейчас вот эта колба заполнится, и тогда уже включимся. Будем производить первые материалы. Так, добыта у нас последняя, вторая наша колба с марсианским грунтом. И давайте поставим ее в наш прибор, которые мы будем сейчас использовать для того, чтобы марсианский грунт переводить в полезные другие материалы. Смотрите, две колбы марсианского грунта у нас должны перевестись в силий-оксид, в железо-оксид и алюминий-оксид. Ну что же, начинаем. Процесс начинается, процесс будет, наверное, я думаю, недолгим. Можно посмотреть как-то... вот так, да, примерно. 105. Достаточно быстро наполняются наши колбы. Подожди, а почему не используются сразу две? А, то есть используется сначала одна, а потом уже вторая. Все, хорошо, я понял. Ну, а потом мы что-нибудь с этими полезными ископаемыми будем делать. То есть мы их вставим в наш 3D-принтер. И что-нибудь произведем, что-нибудь нам нужное. А что по что нам нужно? Машины, ресурсы. Кстати, нам надо еще забрать вот такой тоже интересный прибор. Процессор. Атмосферный процессор, который будет перерабатывать какие-то газы или еще что-то на поверхности Марса. Собирать их, и мы тем самым, опять же, их будем перерабатывать в другие полезные нам ископаемые. Так. Электричество. Это у нас, я так понимаю, скорее всего, какой-то трансформатор или накопитель энергии. Станция. Свет нам не нужен. Принтер. Ну, конечно, в дальнейшем нам нужно будет еще построить... большой 3D-принтер. Так, экстерьер. Это нам не надо. Так, модули. А что у нас по автомобилям? Оу, погрузчик. Кстати говоря, мы можем сделать вот такой вот мобильную передвижную лабораторию. Так, по ботанике, семена, все прочее. Модули, какие-то постройки, непонятно. Ладно, хорошо, пока это нам не нужно. Что у нас там? Так, силий-оксид, полная колба. Силий-оксид полная. Мы ее вынимаем. Нам самое главное теперь не запутаться, где у нас что лежит. Силий-оксид оставим здесь. Алюминий-оксид. Так, давай вот это вот мы вынем. Сразу поставим, наверное, в наш добытчик грунта. Пускай оно работает. Ну и что? Оно не может работать? Да в смысле? Тебя нужно воткнуть в первый слот? Да блин.
Да, все-таки управление здесь немножко тяжеловатое, но разобраться можно. Так, алюминий оксид. Нам нужна еще одна пустая колба. Чувствует мое сердце, нам нужно будет съездить за поставками земли. Так, ну хорошо. Можно запускать, наверное, установку. Пускай она начинает работать. Так, знаете, что я подумал? Мне, наверное, нужно сейчас будет сменить, сходить гермошлем. Гермошлем заменен. Все хорошо. Так, и... Что мы теперь будем делать? Так. Подожди. Давай-ка вот эту колбу мы вынем. Она нам больше не нужна. Сколько у нас там? 36% марсианского грунта. Заполним до конца, наверное, эти колбы. А потом уже начнем перерабатывать то, что мы добыли. Силиоксид там, железо в нужное нам. То есть в железо, в алюминии и все прочее. Так, процесс пошел. Процесс начинается. Пока вот эту установку я выключил. Да, она очень шумная. Хотя можно, наверное, оставить. Просто не будем вставлять пустые колбы. Боже, какой у меня бардак здесь творится. Надо с этим будет совсем разбираться. О, еще силиоксид. А что у нас здесь по материалам? Силикон, силиоксид и алюминий. Три колбы с алюминием. Да, три колбы с алюминием. Все как-то валяется, все хаотично. Мне это очень не нравится. Что, все? Материал, так, айрон. Железо. Ну хорошо, железо нам больше не нужно. Блин, у нас сейчас скоро начнется солнечная вспышка через 2 минуты. И мне нужно будет отсюда смываться. А все потому что... Блин... Я и так хапнул немаленькую дозу облучения. Если я останусь здесь опять при солнечной вспышке, хотя бы минуты на две, то я просто умру от радиационного облучения. И это не очень хорошо, скажу я тебе. Ну, теперь посмотрим, что мы можем сделать. Сейчас мы будем превращать силе... Айрон, подожди, подожди. Айрон-оксид, если оно здесь есть, оно должно быть здесь. Так, оксид железа. В смысле его нету, подожди. А, вот, подожди. Айрон-оксид в железо и кислород. А, так, нам нужно... Так, железо, это просто железо. Где нам найти эти колбы? Вот я и говорю, здесь такой беспорядок, что просто сам черт ногу сломит. Фу, в последние доли секунды я все-таки успел забежать в наш челнок. И пока у нас на поверхности Марса идет большая солнечная активность, солнечная вспышка дает о себе знать... Я хочу себя проверить. Так, не успел бы я хапнуть еще какую-то долю, маленькую хоть долю, дозу радиации. Так, 1,181 зиверт. По-моему, немножко увеличилось. Фух, надо мне с этим быть аккуратнее. Ну ладно, мне не так страшна радиация, в принципе. Самое главное сейчас не подходить близко к окну. Она мне не очень страшна, потому что у нас где-то есть чудо-витаминки. Принимаем вот такие чудо-капсулы. И наше здоровье потихонечку начинает восстанавливаться. Так, подожди. По-моему, я хочу есть. И, кстати, у меня уже есть первая выращенная картошечка марсианская, да? Именно так. Поели, все прекрасно. Ох, придется долго ждать, пока эта вспышка пройдет. Я даже боюсь сейчас подходить к своим плантациям. Так. А почему у нас ничего не растет? Вроде бы семена все на месте.
Ну, извините, грунт я не буду поливать. Воды и так здесь, как бы, прям тютелька в тютельку, так сказать. Ну, как сказать, 3496 из 3500, но все равно, сколько я здесь проживу на поверхности Марса, ведь никто не знает. Так, у нас там все работает, все функционирует. Ну, в принципе, наверное, можно пока поспать, пока у нас пройдет солнечная вспышка. Ну, как бы я вам показал первые азы того, что можно делать на поверхности Марса в Take on Mars. То есть мы начали перерабатывать первый марсианский грунт в полезные ископаемые, а потом уже те же ископаемые, которые мы с вами добыли, можно перерабатывать во что-нибудь более интересное. В тот же пластик, в железо или еще во что-то. Силикон, алюминий. Да там элементов полным-полно. И все это нам понадобится для того, чтобы что-то строить в дальнейшем. А в дальнейшем нам нужно будет построить большой 3D принтер для постройки каких-нибудь транспортных средств. Да, для передвижения по поверхности Марса. Ну а сейчас можно пока спокойно поспать. А тебе советую поставить пальчик вверх, подписаться на канал и обязательно посмотреть в описании под видео. Там все ссылочки на прошлые прохождения Take on Mars. Всем пока.